Я не хочу облаву, потому что их там... На двоих мы не сможем. Да запалили, запалили, запалили! Облава, облава, облава! Жека, меня убили. Я его убью за тебя, Эдисон! Давай, Жиндос, давай! Монстр просто! Канал Глеба, лучшие нарезки по играм, отличные видосы по CSGO, опупительный монтаж и качественный контент. Заходи и подписывайся, ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить игроков на сервере в Скайбарсе. Да, ребята, всем привет, и сегодня с Эдисоном мы решили поиграть за камень, потому что камень нам больше всего понравился. И большое вам спасибо за вашу активность, только благодаря вам выходит эта серия троллинга. Да, ребята, и поэтому ставьте лайки прямо сейчас на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Будет много лайков, будет много серий. Да, и погнали. Давай строй, быстро. Я в тебе запрятался. Да иди ты, дебила, кусок. Я тут хочу поставить, подпрыгни. Опа. Ой. Опа, тихо, тихо. Я здесь, кстати, парень. В блоке стою. Ты в блоке, да? Да. Мы с тобой в человеческом ногоножке. Да твою мать, его бить. Меня незаметно, вы меня не видите, я тут спрятался. Ой, черт, в блоках, я не понял. Ой, 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 лава на меня, ой. Да, тут я тихо. Да, я так и понял. Ты... Вот крыса, Жека просто крыса. Так, тут ничего нет, тут... О! Железный меч, нифига себе. Пригодится, пригодится. Ой, ой, чувак бежит. Ой, 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 я... Ой, ой, тут... Нет, нет, я вот тут спрячусь, нормально. Это просто кусок камня, мы не поняли. Да. Меня не видно. Какие делись, я камень беззащитный, без одежды. Вот, ты за камень, все нормально. Я не стреляю. Жека, ты облаву мне подстроил, хорошо? Понятно? Ой, 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 твою мать. Так, сейчас, сейчас, это. Я жив? Немного. Я спрятался. Я не очень передо мной, тут 5 чуваков, а я... Непонятно где. Где ты? Тут где-то в жопе. И чувак передо мной земля. Я сейчас землю запалю. Ты думаешь, ты один можешь вот так играть? Не-не-не-не-не, тут только... Эй, спускайся вниз, я тут, я внизу. Ой, где-то меня бьет, меня... Беги, прыгай вниз, там будет облава. Да, облава. Я заметил облаву эту. Сейчас будет мне силово. Опа, опа, опа. Опа, опа. Что они не бегут ко мне? Да, 4 хп. Ой, один чувак. Да, да, да. 4 хп? Да, ты его никак, он тебя запалил. Он сверху, он прям сверху над тобой. Жека, Жека! Нифига себе! Я его убью! Ты его никак не убьешь. Это было легко! Я не почувствовал. Это все потому, что я земельку. Это была самая изи победа. Да. Странно как-то, ладно. Блин, ничего это. Ты сказал. Не говорил. Жека, там с правой стороны от нас уже куча людей. Да вообще пофигу! Я встал. Да ну черт бы их по. А, ты то есть не стал забегать вовнутрь, все понятно. Ты Жека, тихо. Ой, 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 как-то все сложно. Им тут не до тебя, им тут не до тебя. Ой, ой, ой. Всех раскидали передо мной просто. Пожалуйста, чувак, не замечай меня, поскольку тупая. Что, с нами выехали? Нет, да, выехали. Перед нами два чувака. Ага, перед нами. А перед нами это где? Передо мной, я не знаю, где ты. Вот. А ты куда вообще убежал? А, вот ты где, если я понял, понял. Ты возле дерева, я тут в подвале. А, ты в подвале? А ну пошевелись, а я тебя вижу, да. Привет, Жека, привет, ты меня видишь? Привет. Опс. Как там обстановка, Жека? Как на фронте, все спокойно? На фронте все спокойно, сейчас у тебя будет немножко неспокойно. У меня, сейчас... Тебя там что-то вообще неспокойно. Копает там стоит. Чуваки парят, он копает. Ой, Эдисон. Ой, тебе жопа. Что, для меня сикер башка. Ой, дай тут... Дай на глаза такси твою!
Сейчас он меня заметит, нет? О, дебила, кусок промешал. Какого черта он меня заметил, а тебя нет? Что происходит? Такой придурок, какого черта я его не убил? Давай. Ладно, попытка не попытка. Нормально. Я просто, я лучше перепрыгну. Все, я встал, Эдисон. Эдисон, давай быстрее. Стройся, только кажется, идут. Да почему? Да у меня лагает же, как жопа ежу, не знаю почему сейчас. Закрой пасть, свою баба. Жека, тебя сейчас запалят 100%. Нет, меня запалят 100%. Ой! Облава! Дебила, кусок зачем? Я постою так, нет. Нет! Дебил! Ты такой предатель, я просто в шоке. Уйди отсюда! Мне далеко бежать на своё место, там чуваки. Я тебя даже знать не хочу, уйди отсюда. Предатель. Да, ты еще пошевелись, потанцуй, давай, еще шифта сойди. К нам идут, Эдисон. Идут, никто не идет. Тихо, не шевелись, дебил. Я не вижу ничего, у меня мало места. Да не шевели ты башкой, я ничего не вижу. Я вижу, они сражаются, они возле нас, Эдисон. Башку немного вниз опусти. Да не шевелись ты, приду! Я с собой больше никогда в жизни играть я не ничего буду. Ничего не вижу, ты просто... просто кусок дебила. Эдисон! Облава! Ай, Жека, убегай! Пошел ты в сраку, я с тобой играть больше не буду. Ты такой предатель, а? Я тебя сейчас специально палить буду. Быстрее. Я в самый центр. Вовнутрь только заходи. Да куда ты... Там поэпичник. Давай. Куда? Какой внутрь? Ой. Без проблемы. Да твою-то задницу, кусок ты! Он тут, чувак, вернись обратно, он там. Да, вот за мной, давайте, вот там, да, полите его, пожалуйста. Полите этого предателя конченого, запалите его, пожалуйста, вот он тут. Алло, вот. Давай, да, вот он. Лохушка. Хожу в Майнкрафт. Я с чуваком каким-то играю. С лысым чуваком, мне кажется, это Стефан какой-то. Стефан, это ты? Стефан. Мне кажется, он реально Стефан. Так, давай, не хочу я Жекой больше играть, давай за мной. Давай, командуй, Стефан. Куда нам идти? Эйсон. Чё? Не быть тебе со Стефаном. Не, дай мне хотя бы... Да твою-то мать. Мне Стефан больше нравился, чем ты, честно. Ни хрена себе. А я так не умею. Эдисон, тут война! Идет война! Облава! Эдисон! Жека! Жека, я пас! Я убегаю! Ну что, в жопу кидала! Жека, я... Ай, Жека, я убежал! Жека, прости меня! Ты был мне другом? Да, иди нахрен. Жека, ты был мне другом? Ну прости. Да, иди нахрен, с тобой чувак меня убьет. Да, убей его. Бей его! Дай тебе, ребята. Ой, ты в смысле? Что такое? Куда ты меня перекинул, дебила, кусок? Я жив был. Я чувак, я думал, ты упал. Дебил конченый. В смысле, я думал, ты упал? Подожди, как ты отсюда выберешься? Мне просто интересно. Ой, пока, Эдисон! Давай. Ой. Ну, в смысле? Ты что сделал? Я раскопал. Все, пойдем драться. Пойдем. Быстрее. Мы всех убьем, Жека. Ты знаешь, как нужно драться? Ну. Я сейчас тебе покажу, как нужно драться. Ну. Посмотри, встань на этот блок. Какой? Вот на этот. Ну. Встань на него. Вот на этот блок. Да. Давай, падай! Не хочу, нет. А где эти? Не на другой стороне. Жека, го-марафон будем делать, по кругу просто бегать. Давай. Кто остановится, тот лох. Да. Мне кажется, не так же. Ой, кто меня стреляет? Кто тут, что тут взорвалось вообще? Жека, давай. Ой! Остановиться нельзя, ты лох! Зато разворачиваться можешь. Ладно, хорошо. Нет, давай мы не будем, давай чисто только вперед. Пальнули меня, горю!
Ёпрасы, ты оправдаетесь? Я вот так... Как? Как он меня так спросил? Так, короче, тут небольшая облава. Пошёл вон! О, молодец! Давай, убегай! Убегай! Я скинул его! А поезд скинул! Ты не умер? Ты не умер? Бежим! Срочно бежим! Жека, давай вот тут... Нет, давай вместе встанем, кто-то пойдет лутаться на центре, и мы сзади подойдем и просто облаву ему устроим. Да мы еще так вдвоем можем устроить облаву. С меча. Или кого-то палят, и мы... Не-не-не, просто кто-то будет идти на центр, лутаться, а мы просто со спины забегаем и хреначим с помощью меча. У меня есть меч. А у меня есть топор, еще у меня есть лук, и ведро лавы, я буду ведро лавы. Так, все. Только убери с руки вот это, вот, ждем. Облава сейчас будет. О, идет. Ой, идем. Бьем, блава. Давай еще раз. По местам. Там чувак, я туда больше не зайду. Там чувак, сзади тебя чувак. Он знает, что мы тут, потому что мы его друга убили, это его друг. Не, куда ты переходишь, куда ты ушел? Да нормально, давай тут. О, чувак идет, тихо. Два чувака даже идет. Я не хочу облаву, потому что их там... На двоих мы не сможем. Что запалили? Облава! Жека, меня убили. Я его убью за тебя, Эдисон. Нифига! Давай, Жиндос, давай! Монстр прост! Сегодня чувак остался, в принципе. Офигеть. Давай, одевайся. Всё. Ты просто монстр. Так, он бежит, спрячься. У него 12 хп, ты его запросто можешь убить. Давай, говно, давай! Давай, за ним, давай, Жека. Гоу, драться, да? Где он? Давай. Давай. Давай, только не упади. Жопа. Монстр просто. Бежит. Два чувака. Нет, один чувак. Жека, идем? Да, давай, раз, два, три, погнали! Облава! Я его убил! Жека! Второго, гаси! Я что-то пьяный! Да, всё, ебать, ну я одного убил! Блин, ну почти, Так они алмазики были! Да. Ничего не делаем. Ты говори, если спалят тебя, и сразу убегают. Пока нет. Там еще двое, с твоей стороны... Спалили! С твоей стороны, убегай, Жека, лучше убегай! Убегай, я по кругу! Я в другую сторону побежал. Я считаю, я тут замыкался. А, твою бабушку! Там еще другой чувак был. Тебя убили? Да. Жека, я сейчас отомщу на центре. Вот тут отомщу, стану и буду мстить. Я просто отомщу всем подряд, Жека. Ага. Так, тут чуваки, 7 хп. Идет к тебе. А, нет, да, идет к тебе. Сколько у него? 7, 8. А, нет, пошел обратно. Паскуда, а? Давай. 10 ведра, блин, это хилился, говнюк. Зачем? С мечом бежит такой. Сюда мы. О, они дерутся! У них лоу хп у обоих. Давай, эти сатабил, да! Чётенько, где еще, а, люди? Если честно, захожу на центр, я тебя вообще не вижу. Нет, говнюк спалил. Вот паскуда. Беги, Эдисон! Жека, я побежал! Я не знаю, в какую сторону тебе бежать, ты нужно в сторону твоего чувака бежать. Нет, не в этой стороне я. Да мне посрать! Ладно. Закройся блоками, я не знаю как-нибудь. Да, не так же, чтобы он мог перепрыгнуть. Да, не успел просто, ладно. Нет, наша ловушка, мы как растяжки стоим. Кто-то побегает. Всё, капут сразу. Так, пока никто не идет. Пока никого. Облава, он спалил! Я убил. Да, окей, давай, нормально. Сейчас. К тебе еще один идет. Тихо, спрячься. Ты жив? Да. Он нормально, тебя вообще не спалил, он тебя не спалил, ты просто убил его Блейза и все. Я убил его? Ой. Да, Блейз. А, бежит, он с X-Ray, как он видит? Как? Ой. А, нет, не видит. Видит. В смысле, что это за хрень? В смысле? Блин, тихо, ты что делаешь?
Ой, ладно. Знал, он читер, он читрюга просто. Ну что, ребята, большое вам спасибо за просмотр и ставьте лайки, если хотите видеть больше видосов по троллингу. Да, ребята, пишите в комментариях, хотите ли вы еще серии по троллингу и пишите, за какие бы нам блоки поиграть. Да, ребята, большое вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.